Хайо, всем привет, с вами Ленокс, это продолжение Portal ETX. Вот, посмотри дело, короче, что тебе понравилось, понравился Portal ETX в моем исполнении, вот, ну и решил я тебе заснять, так сказать, продолжение. Вот. И мы остановились на 12-м, да? Или кто-то перебил уже сохранение? Ну да, на 13-м, скорее всего, вот. Так что... получать, так сказать, продолжение. Вот. Писали мне, что меня не слышно было. Вот из-за этой... Как ее зовут вообще? Тетки этой. А что, я так не могу взять? Мне надо портал им ставить, да? Портал. Вот. Так. Отлично. А, ну тут опять эти шарики. Все логично. В принципе, он должен попадать. А. Так. И вот так. Все. Четенько. А тут, подожди, стоп. А я могу его в прыжке забрать? А, ну мне надо прыгнуть вот сюда, я понял. Мне надо такой тайминг поймать, чтобы прыгнуть. Так, а теперь мне куда? Там наверху кнопка. Подожди, стоп. А, вот она кнопка. Попаду, да не попаду. Попал. Так, стоп. Тут-то она за... А где мне? Подожди, а где второй взять? А вот там вот чё? Тоже кнопка. Так, стоп, а где мне еще один кубик взять? Я-то думал, он как типа вызовет еще один кубик или оттуда забрать его. Ну, кстати, как вариант, наверное. Или я его оттуда не заберу, скорее всего. Блин, а как сделать? Так, вот тут кубик. Или я могу открыть дверь и оттуда забрать... Ой, и ты пошлёшь туда, скорее всего. Ой, что я сделал? Ну-ка, стопышечка. Да. Я понял. Я просто не сразу заметил, что я могу туда портал поставить. Чё, как тебе вообще выживание, Васи? Васи Дизель, так сказать. Скоро он сделает машину, я надеюсь. Вот. Найдет он для тебя инструментики. 14 из 19. Так. Так.
No further compliance information is required or will be provided. А, ну тут опять этот шарик надо. Excellent test subject. Воу. Так, куб. Куб. Ну, скорее всего, эти штуки отпускаются. Ха. А, нет, это выход. А туда я не могу портал поставить, да? Мне в любом случае купну. Чего? Подожди, здесь же лестницы же не было, или я не... Я не дошел еще, стой! Так. И куда мне этот шарик потом девать? Типа, когда они... Ничего я не понимаю. Ну, допустим, я ухожу. Да подожди, а там чё? Мне надо как-то тот куб достать. Каким-то чудным образом. Чё? Куб по башке, чего? Ца. Интересно. Во! Как надо было сделать? Так. Теперь. Тут что у нас? В принципе, все понятно. Я думал, что... Не, если бы там был бы этот барьер, этот, который все сбивает, как бы, то было бы намного сложнее. В принципе... Да, все. A complimentary victory lift has been activated in the main chamber. Да, потупили маленько, но потом все вроде бы дышилось. 15 левел, и там еще остается 4 уровня, и все? Или там какой-то другой этап будет еще? Скорее всего. The Enrichment Center is committed to the well-being of all participants.
cake, and grief counseling will be available at the conclusion of the test. Thank you for helping us help you help us all. Не, это понятно. А где уступ? Мне же нужен же уступ. А, на пол я могу ставить. Блин. Да нет, только я загнался. Да я не успею просто. Да твою же ж... Мить. Блин, я хотел зациклить ее и потом быстро поставить поэтал здесь. Во. Так-то это должно сработать. Было. Было. А, тут уже все сбивается, я понял. И как? Ц. Не, ну ладно, здесь я портал пост... Так. Я понял. Я не понял, надо было это все быстро делать. Сейчас она попадает, я оставлю по-быстрому это все. Так. Лифт. Да, уровни все длиннее. Так, тут лестница какая-то. А, я понял, опять придется мне летать. Опять придется мне летать. Опа, а так уже не получается. Что, мне опять придется так, а я не попаду. Да, я уже не попадаю просто. Блин, и зациклить не получится. Мне опять же надо долететь, но в чем прикол, я ее не смогу зациклить. Было бы тут бы сверху, я бы опять бы туда бы стрелял, но он зациклился бы. А так я не смогу это сделать. Типа... Ой-ой-ой, чё сейчас? Не потерялся в жизни просто. Ну да, я не смогу долететь отсюда. И как, и чё, и где? Тут портал стоит. Но в любом случае я до туда достать не смогу. Типа. Это какой-то. А может попробовать вот сюда вот поставить?
Я смогу долетать? Ага, нет, не смогу я долететь. В чем ваша логика? Я понять не могу вот этого. Ну нет, он даже так не долетает. В чем прикол вообще, блин? А если до того момента, как я лечу, попробовать поставить сюда портал, я еще раз быстрее сгонюсь. Кстати, как вариант. Типа мы ставим вот сюда. Да господи, я потерялся просто опять. По идее, это должно так сработать. Во. Сложно. Так, а тут чё? Тут надо её запустить. Но опять же. Так, а мне её куда надо? А, мне её надо назад. Ты чё, она бьётся сюда, да? Да, вот так бьётся. И ей не даёт барьер вот этот. Не, ну типа на ту сторону-то я могу перепрыгнуть, это легко, но... Вопрос другой. Типа... Блин, не смогу сюда надо. Нет, теперь вот сюда вот она. Вот, типа вопрос сейчас в друг... Да ёптель-моптель, ты можешь вот так-то вот как-нибудь... Типа, во, я здесь, всё. Но барьер не дает. А. Я понял. Что я делаю? Что происходит? Так, он бьется сюда, рикошетает, тут он телепортируется, мы ставим тогда вот так. Бам-бам. И все, он летит по... Нет! Так, тут не. Попадет, не попадет. Мне не надо было сюда портал ставить. Ну и что, он рикошетит, опять сюда отправляется, бьется отсюда и туда идет. Так мне надо, чтобы он не бился. Вот так надо сделать. Почти. О, так кто тогда? Ну, попал. Так, теперь. Все. Ты куда уехал без меня? Да. Если сейчас, конечно, кто-то будет писать, долго. Почему так долго? Ты что, полностью сейчас зайдешь, что ли?
А. Я понял, они покругают так. Мне надо что, перепышками, что ли? Так стопэ. Чё за прикол? А стоп, а там портал можно было ставить, нет? Где я? Почему оранжевый экран? Верните меня на площадку! Ну а что, мне вернуть, нет? Ку-ку-у. А. Что раньше... Да, вот тут можно. Подожди, нет! Тут что, надо тайминги какие-то ловить? А где? Стоп, а та-то где? Вот она едет. Да нет, стой, нет! Все же завошмачил. Ну, где он там? Так, вот она. Да, вот так. И вот так, оп. Потом туда, вот так, оп. Оп, нет! Ты что, назад, что ли? Ты пыхнулся. Мне надо просто увидеть, как когда он поедет. Так, нет. Так, вот, так. Стой, туда, сюда. Оп. Где я? Долго ты так долбиться будешь? Кнопка. И там кнопка. Угу. Так, чтобы мне ее активировать, мне надо нажать на кнопки, но... В чем? А. Что, все просто, что ли? На этого времени хватает, чтобы я перебежал. Так, ладно. Ну быстрее, я дам... Да... Ай, господи! Короче, этого времени хватает, чтобы я успел перебежать, на лифте подняться и нажать на кнопку. Мне не хватило. Так, я понял. Портал надо ставить. Короче, берем вот так. Берем вот так. А, и мне надо еще и спрыгнуть и туда попасть. Офигеть, не стать. Да господи! Да пошла ты в жопу!
Балаболит еще кого-то. Так. А, мне ж надо же. Да, мне ж надо же портал же поставить, чтобы туда это. Шарик. Я забыл бы это. Так, мне значит надо по-быстрому так, так, так. И чтобы он туда запульнул, я понял, ладно. То есть все вот эти вот автономные, а вот одна вот эта нет. Господи, это что, это только 15-й получается, да? Ну за сегодня мы уж точно все не пойдем. Так, потому что времени не хватает. Ну ладно. Так, ну что, ты чё, 16-й, да? Где уровень показывается? Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military androids. The Enrichment Center apologizes for the inconvenience and wishes you the best of luck. Так, ну что, на этом будем заканчивать. В следующей серии мы будем биться, получается, вот с этими вот роботами. Да, вот они. Вот. А с вами был Ленокс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока-пока!